Узбекистану есть что рассказать и показать своим гостям. Древняя история, красивая культура, вкусная кухня, величественные памятники, активно развивающиеся направления экологического, медицинского туризма, совершенствующийся сервис и многое другое. Главное – суметь все это отразить. Именно это и станет главной целью нового журнала «Узбекистан Travel». Зимнее путешествие в Узбекистан, узбекский завтрак как мировой бренд – семь вещей, которые стоит увезти из Узбекистана. Говорящие заголовки. Страницы оживают интересным подходом и новым взглядом на туристические возможности нашей страны. Не без чувства юмора, кстати. Обратите внимание на обложку. Санитарный контроль на уровне. Мы готовы принимать гостей. С презентацией первого выпуска издания знакомилась Сабина Мусаева. Бренд «Узбекистан Travel» впервые был разработан в 2013 году, и с тех пор под ним реализовано немало уникальных проектов. Создан официальный туристический портал, социальные службы, проведено множество фестивалей и деловых мероприятий. И теперь к этому списку прибавился и новый глянцевый журнал. Этот журнал создан в первую очередь для привлечения зарубежных туристов в Узбекистан, для раскрытия новых туристических маршрутов, новых туристических продуктов, которые можно предоставить для зарубежного туриста. Данный журнал будет публиковаться 4 раза в году на 12 иностранных языках. Для каждого рынка будет разработан отдельный контент, исходя из их интересов, которые можно предоставить нашей стране. Он, конечно, по-моему, более полезен для людей, которые конкретно занимаются туризмом, туристические агентства в странах, туроператоры и широкая публика. Для меня он представляет, или для представителя дипкорпуса вообще, если так могу сказать, интересный источник дополнительных информаций. Это очень полезно, когда вы хотите, чтобы туризм поднялся вот своей стороны, надо начинать с такими вещами, чтобы люди узнали, что находится в Узбекистане, что есть эта красота, как можно приехать в Узбекистан, что смотреть. Из-за этого очень полезно. В целях создания безопасных условий для путешествия в нашей стране был запущен проект «Узбекистан Safe Travel Guaranteed». Его концепция также была презентована на мероприятии и детально раскрыта на страницах журнала. Я являюсь автором одной из статей журнала «Узбекистан Travel». Рассказываю и делюсь советами, как путешествовать с детьми, семьями по Узбекистану. Наша одна огромная цель, чтобы местные жители наши любили путешествовать по Узбекистану так же сильно, как любят путешествовать за границу. Еще одна особенность – это технологии дополненной реальности. Посредством специального QR-кода на страницах читатели могут посмотреть уникальный видеоконтент о туристических красотах нашей страны, насладиться мастер-классом по приготовлению старинных узбекских блюд, совершить онлайн-путешествие по уникальным туристическим достопримечательностям. Этот журнал он будет выпускаться на многих языках. Мы будем его, распространять во многих государствах, наших партнерах, через наши посольства, через наши партнерские туристические фирмы и компании. Но на самом деле это скорее такая постоянно работающая туристическая брошюра, которая рассказывает о новых продуктах. И если вы заметили, все-таки это не просто бумажный журнал, это все-таки симбиоз электронного и бумажного журнала. В завершение презентации гости встречи смогли пройти виртуальный тур, насладиться изысками национальной кухни и окунуться в атмосферу истинного узбекского гостеприимства.